буду драться за нее до последних дней. Постановку начинающие актеры выбирали сами. Для них сюжет о волке, отвергнутым стаей, очень близок. Многие из них оказались не нужны обществу и обрели друзей только в стенах интерната. Самые удачливые нашли здесь и свою любовь. Исполнительница главной роли Светлана ассоциирует себя с волчицей и в личной жизни. Девушка, как и ее персонаж, влюблена. Мы уже с ним как 13 лет дружим. Вот. Крепкими узами. Вот. Он за меня, когда я выступаю, за меня всегда держит кулаки, болеет за меня, переживает. Вот. Когда я уже выступлю, он подносит мне цветы, там, конфеты. По закону воспитанникам запрещено вступать в брак, но право любить у них не отнять. Руководство это понимает и пары не разлучает. Гастролируют влюбленные вместе. Света выступает, а Сергей поддерживает ее в зрительном зале. У них нормальные теплые отношения. У нас есть среди молодежи несколько создавшихся уже и поддерживающих свои отношения на протяжении многих лет пар. Мы это приветствуем, мы это не препятствуем. Единственное, что они живут, конечно, в разных комнатах. Опытные педагоги всегда учитывают интересы своих подопечных в процессе работы. Валентинка не только хороший подарок. Рисование, лепка, скрапбукинг развивает моторику рук. Кроме арт-терапии, обязательными элементами процесса восстановления жителей интерната являются музыка и спорт. У каждого свой потенциал. Раскрыть его – задача руководства. Здесь ребята проявляют себя в различном направлении эмоциональном. Они показывают эмоции любви, эмоции грусти, эмоции борьбы. И это способствует им развиваться, это способствует им быть такими же, как все люди. Интернат для интеллектуально ограниченных людей – второй дом. Приходят сюда после достижения совершеннолетия и, как правило, остаются на всю жизнь. Как и в постановке, в этих стенах они одна стая, но с другими ценностями и отношениями – человеческими. Анастасия Кованцева, Станислав Фоменко. Главные новости.